Сестра. А я сам научился. Ребята, я приду сегодня к тебе ночью. Жди меня. Как только ты уснешь, я приду к тебе сегодня ночью. Малыш. Малыш. Как только ты сегодня уснешь, я приду к тебе домой и зарежу тебя. Ну, кто лучше? Ребята, голосуйте в комментариях, потому что это детское шоу, и я обязана разговаривать вот так. Если вам понравилось, как говорит Ваня, ставьте лайк. Если вам понравилось, как говорит Василиса, ставьте дизлайк. А если вам понравилось, как говорит Полина, ставьте 10 тысяч лайков. Че, антихайп, да? Антихайп! Ребят, просто лайкайте наши видео. Поскольку маленький гений. Запомните, это вам пригодится в будущем. Нет, это я маленький гений. Короче. Я решила пугать детей своим костюмом. В темноте это выглядит очень стрёмно. Идешь такой, видишь, как на тебя кто-то смотрит. Я, короче, такая наклоняюсь, и там проходит маленькая девочка. Она такая проходит, а Ваня тут ещё начинает... Вот, потом она... А вот идёт, я отхожу от окна, потом снова смотрю. Она уже с мамой и сестрой, походу, я не знаю. Они такие смотрят, типа, что происходит вообще, и показывают на нас пальцем. А Ваня ржал. А я что? А я что? Что я? Ты маленький гений. Опа! Для вас есть новость, значит, этот кот, кот свиньи. Я вам принесу удачу. Ура! Мой кот! Думала, что у нас какие свинья своя. Да. Короче, ребят, вы мне пишете каждый день, всегда, в комментариях, на страничке моей, отвечайте на мои истории, пишите на прямых эфирах. Стася, почему ты ушла из кукутиков? Я не могу уже отвечать на этот вопрос. Я решила, наконец-то, на него ответить. Я ушла, потому что... Всем здравствуйте. Снова я появился в этой прекрасной студии. Больше мне сказать нечего. Все? Скажешь ты. Скажет Вася. Где оно? Где? Куда ты это делал? Покажи ей этого. Что? Сертификат. Да, я знала. Вы посмотрите на это. Я получил сертификат. Возьми с пола пирожок. С пола пирожок. С пола. Почему с пола? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что-то мой животик заурчал! Вот бы сейчас каких-нибудь чипсов или пиццу! И запить все это газировкой! Вкуснятина! Вы что? Разве можно есть такие гадости? Нужно есть только полезную и здоровую еду!
Ваня, рассказывай, как у тебя прошел день. День был нормальный, но я очень устала. Так интересно. Очень информативно. Все бывает в этой жизни. Вот, волосы, видишь, просто непокрытые. Лиза, сейчас ты обалдеешь. Мы должны сделать эволюцию девочек. Эволюция. Самая старая девочка. Просто старая. Ну, где просто девочка. Просто девочка. Стоп! Мама, мама, наконец пришла зима. Мама, мама, зимушка, зима. Мама, мама, наконец пришла зима. Мама, зимушка, зима.